Всем привет, кто смотрит наш ролик. Сегодня у нас интервью с Марией Агаповой, бойцом, который дебютирует на UFC. Ей предстоит поединок 13 мая на турнире Fight Night 171. И поэтому первый вопрос. Действительно ли этот бой будет? Подтверждено ли все? Я вообще не знаю, откуда такая информация. От Алексея Олейника. Интересно. Ну, мне предлагали бой, но соперница отказалась. И сейчас ищут новую соперницу. Непонятно, найдут, не найдут. То есть я еще не уверена, это вообще мне можно говорить или нет. По идее, там все, что происходит, это считается как конфиденциальная информация. Я, то есть, не уверена, можно ли мне вообще об этом говорить. То есть у них до того, как они бой не анонсируют, вообще запрещено говорить о боях. Я поэтому даже удивлен, как вроде как Алексей Олейник это и сказал, но с другой стороны, я нигде не нашел никакой информации по этому поводу официально. Да, потому что это еще в разработке. Там они делают какие-то бои, вот 13 числа, но у меня соперниц сейчас очень тяжело найти, потому что сейчас коронавирус, и очень многие залы не работают, и очень тяжело провести нормальный кемп. Это первая причина, почему отказываются бойцы от боев. Вторая причина – это страх за свою жизнь. Как бы все боятся заразиться, никто не хочет в такое время драться. Сейчас очень тяжело соперника найти. Но мне ищут, если найдут, то позовут, а не найдут, наверное, уже на следующий карт поставят. Или там решат они, когда меня поставить. Но вы готовитесь сейчас именно к 13 числу. Ну, я сейчас просто себя держу в форме, как бы жду, вот что они решат, кого они найдут, я пока жду. Итак, вот в январе я видел ваше интервью одному нашему российскому СМИ, в которых вы там рассказывали о своей тяжелой жизни. Я удивлен, как 23 годам может быть жизнь настолько просто, все случится, столько неприятностей. Ну, в частности, вы говорили там о долгах, которые у вас постоянно накапливались. Вот с начала этого года, насколько там ситуация изменилась, улучшилась ли? Ну вот, у меня спонсоры появились, то есть я больше уже не влазила в долги с тех пор, как они у меня появились. Вот. И сегодня мне мой менеджер сказал, что наконец-то тот парень, который меня сбил, он заплатит денег. Я сегодня, ну, подписала вот этот документ, и вот в течение там нескольких рабочих дней мне переведут наконец-то вот эти деньги, которые вот должны мне перевести за то, что он меня сбил. И я вот как раз на эти деньги закрою все долги наконец-то, и все. Буду свободна. Звучит как счастливая случайность просто. Да. А там ситуация была такая, что вы пешком возвращались домой, вас сбили? Нет, я возвращалась днем на велосипеде. То есть у меня бегунка была тяжелая, я там гоняла вес, тренировалась, и вот днем возвращалась из дома. Я могу прямо описать эту ситуацию, как это было. Это было просто максимально тупо. Там просто я пересекала дорогу вот по пешеходу, и там машины стояли вот так в ряд и ждали, когда я проеду. И там одна машина приближалась, прям издалека ехала. Ну, я думаю, ну, наверное, он меня увидит там. Зеленый свет, все стоят, наверное, он меня увидит. Я продолжаю ехать на велосипеде, а он продолжает приближаться. И он уже прям вплотную как бы переехал эту линию, прям приближается ко мне. И я смотрю, пытаюсь его как-то объехать на велосипеде. Но это все в минуты, в секунды произошло. Понятно. То есть это так быстро все. И как бы я пытаюсь его объехать, и он все равно вот так в меня врезается, и я прям полетела. Никому не пожелаешь в такой ситуации оказаться. Никому не пожелаешь в такой ситуации оказаться. После этого вы на велосипеде ездили еще? Да, приходилось. Я до сих пор ездил, но у меня была какая-то психологическая травма после этого. То есть, когда машины из-за угла выезжают, я очень часто кричала после этого, там могла резко затормозить, расплакаться. Но сейчас, конечно, у меня эта психологическая травма прошла уже. Вот какой период, вы бы сказали, был самым сложным был в вашей карьере? Вот эти последние полгода или какой-то другой? В карьере именно боев или именно ММА? Ну, скажем так, с начала момента карьеры в ММА какой период был самый сложный? Вот так. Ну, я думаю, период в Казахстане. Потому что сейчас в Америке у меня, несмотря на все сложности, у меня тут все хорошо. В Казахстане было очень тяжело.
Ну, потому что мне приходилось жить как бы в одном городе, который мне не особо нравился. Как бы, но мне там приходилось жить, потому что у меня там зал, я туда хожу в этот зал, но я оттуда уже уезжала. Я была бы рада оттуда уехать, но мне приходилось там жить и там работать, вот в этом зале. И как бы меня это очень сильно вгоняло в депрессию. Я, то есть, вообще никуда не выходила гулять. Я только сидела дома и на тренировку, дом, тренировку. И у меня очень много было депрессии в то время. Просто город сам депрессивный. Там очень много заводов. И просто выглядываешь в окно, там вот эти облезшие деревья, вот эти заводы, антенны. Вы когда-нибудь играли в «Сталкер»? Играл немного, но вы описали сейчас мне Челябинск. Да, вот как-то вот такие вот пейзажи в моем городе. И вот очень часто меня в депрессию вгоняло вот это все. Ну, как бы я как уехала, потом случился конфликт вот с моей командой, с которой я там работала, из-за которой я не могла уехать. Случился с ними конфликт, ну и все, как бы мы разорвали отношения, все контракты, и я тут осталась, теперь у меня все. Я теперь понимаю, что я не обязана вообще возвращаться туда, там опять жить. Могу хоть на край света уехать, меня теперь никто не держит. Я счастлива. У вас было, ну, за последнее время там две серьезных травмы, вот про ДТП мы уже сказали, а вот с глазом как там, что-нибудь остались или какие-то последствия? Ну да, у меня вот сейчас проблема, даже сегодня мы работали на тренировке, я работаю вот так вот с поднятой головой, а когда опускаю, у меня, то есть, глаза вот так вот как-то, так зрение скашивается. Ну да, тяжеловато. Ну что поделать. Тут вообще у многих бойцов, тут даже вот у Алексея Олейника, у него то же самое с глазами. Ну не то же самое, у него только вот так вот по этажам, а у меня как скошь. В общем, тут у многих бойцов травмы с глазами, там, с суставами, совсем тут все покалеченные, можно сказать, выходят, дерутся. Ситуация у вас жизненная какая? Приходится ли еще продавать картины для того, чтобы там оплатить что-либо? Ну вот, я как уже говорила, у меня появились спонсоры. Это крупная ТВ-компания в Казахстане, TVcom.kz. Они увидели мою историю вот эту, про то, что я рисую картины за деньги, и решили меня поддержать. Теперь они мне присылают, ну вот, деньги, то, что мне хватает на аренду дома, на еду, там, на какие-то мелочи, нужды. И сейчас я рисую картины, но уже как хобби, это не как уже выживание, это как хобби, я где-то рисую. Если раньше я рисовала где-то 3-4 картины в месяц, я просто сидела и рисовала, потому что это была, как бы, ну, мои деньги, моя жизнь, моя аренда дома, моя еда, то сейчас я просто так не спеша, как хобби, там, сяду чуть-чуть, порисую, не торопясь, и вот у меня где-то сейчас в месяц одна картина, вот так вот рисую. Ну, еще о другом хобби расскажите, про ваши татуировки. Когда я вас рассматривал внимательно во время боев, я их насчитал, кажется, 5 или 6. Ну, если судить по ногам, они там одинаковые. То вот чему там, что посвящено, когда была первая, и вот что-нибудь вы этим выражаете или просто чисто нравится? Ну, у меня уже 8 татуировок. 8. Вот, в основном они все посвящены боям, но вот эта посвящена моей лучшей подруге. Вот. Там написано «Верный». Вижу. Вот. Потому что Алмата, она в 60-х годах называлась «Верный». Вообще у меня с Алматой такая история особенная. Вот. Если хотите, расскажу. Давайте. То, что в 20 лет, я как уже говорила, мне не нравится мой город, он вгоняет меня в депрессию. И вот как раз первый раз, когда я захотела вырваться, мне было 20 лет, я выиграла свой бой, получила $600, и вот просто у меня в Алмате никого не было, ни родственников, ни друзей, никого. Я просто собрала эти деньги и сорвалась туда просто жить. И как бы первое время как бы снимала там комнату, сразу нашла, как бы работала администратором в клубе. Ну вот как раз я там познакомилась со своей лучшей подругой. Вот. Ну и как бы она мне помогала, у меня вообще тогда был плохой период в жизни, и она мне помогала как раз тот период, хотя все ей говорили, типа, да не надо, она какая-то странная, не помогай, но она мне все равно помогала. И сейчас с тех пор, каждый раз, когда я выигрываю бой, я приезжаю в Алмату, и мы там идем там, куда-нибудь в фэнтези, на Коктубе, там куда-нибудь сладкую вату кушать, там как-нибудь развлекаемся. И вот с тех пор мы лучшие друзья. Я даже хочу ее вот сюда, в Америку, привезти. И вот моей лучшей подруге посвящена эта татуировка. А у подруги вашей лучшей есть татуировка, которая посвящена вам?
А у нее тоже горы. На другой руке, кажется, у нее рукав из гор. Потому что она альпинистка, а у меня тут тоже горы, но они такие вот черно-белые. Mm-hmm. А у нее прям разноцветные горы, вот так на всю руку. Mm-hmm. Вот. В феврале вы подписали, как я помню, кошечка идет. Давай отсюда. Так, как я помню, в феврале вы подписали контракт с UFC. Вот, можете вспомнить, какие у вас тогда были ощущения? Было ли это похоже на сказку там? И ну как там это происходило? Ну, у меня в последние дни перед UFC они были уже очень близки к полному сумасшествию. Потому что у меня было очень мало денег, не было еды. Я до утра рисовала картины, не спала. Потом вставала, начинала что-то делать, там какую-то работу искать. И у меня не было еды, я много работала, и у меня уже ехала крыша. Я не могла контролировать свои эмоции, то плакала, то смеялась. И, в общем, это была жесть. Я уже, мне кажется, на тот момент, мне кажется, я своего рода сошла с ума от всего этого. Потом мне просто через пару дней после вот этого сказали: «Ты будешь драться в UFC». И я как-то не поверила вначале, а потом ко мне вот пришел менеджер, мы подписали контракт. И я даже не знаю почему, я просто все слезы до этого выплакала, то, что у меня такой стресс был. Я там, ну, как бы плакала, вот не могла, у меня есть было нечего дома. И как бы контракт подписала, и все вот так вот. Все починилось там, и деньги сразу прислали, и все как бы в один день изменилось. И я не плакала просто потому, что я за несколько дней до этого все выплакала. Вот и все. Как сейчас на вашей подготовке и жизни отражается то, что там происходит в мире? Ситуация с коронавирусом, какие-то ограничения у вас есть? Как это сказывается? Ну вот, единственное, что повлияло, то, что пляжи общественные закрыли все. Теперь я вот, раньше ездила, вот каждые 3-2 дня я ездила на пляж. Я очень люблю пляж, потому что мой город, вот как раз почему я его не люблю, он еще очень холодный. Там зимой минус 40, ну, летом плюс 20, и то не всегда. И то есть, и океана, естественно, там нету. И вот я постоянно ездил на океан купаться, это прям мое любимое тут хобби. А тут сейчас все океаны закрыли. Вот, и сейчас раз в неделю друзья, у них есть частный пляж, то есть он как их собственный пляж. И его не имеют права закрыть. И вот они меня туда зовут раз в неделю, мы все вместе купаемся. Вот так вот теперь живу. Зал тоже закрыт, но как бы мы там все равно тренируемся в одном месте все. Как бы особо ничего не поменялось, просто вот определенные рамки теперь возникли, которые нужно придерживаться. Но у нас уже на севере Флориды сняли карантин, уже в Майами начинают открывать пляжи, скоро, наверное, и тут снимут. А нервотрепка есть из-за того, что вот сейчас, можно сказать, вы находитесь в какой-то неопределенной ситуации, то есть боев фактически как такового нет, соперницы там, может, отказываются и так далее. Вот это подвешенное состояние на вас давит? Да, нет, особо нет. У меня были тут такие состояния, намного хуже, вот как перед контрактом UFC, там вообще не было ни надежды, ничего, ни денег, вообще ничего не было, и я просто вот так вот работала, и даже, блин, поесть было нечего. И даже спать не могла как раз-таки от голода, от стресса. Ну, то есть это была жесть. А сейчас фигня. Сейчас уже и спонсоры, и все, как бы, все нормально мне тут вообще. То, что подвешено состояние, да ладно. Тренируюсь. Мне несложно тренироваться. В принципе, всю жизнь тренируюсь. А какие вот ограничения были в США из-за пандемии? Есть ли там сейчас что-то такое? Ну, по сравнению с новостями вот из Казахстана, из России, тут вообще человеческий карантин. Тут не так. Тут я слышала, в Казахстане там прям людей замуровывают в подъездах, не дают им никуда выйти. Там прям вешают щеколду на подъезд. Как бы, это жесть, если честно. Там в России, в Москве, я слышала, там людям выдают чипы. Они без чипов не могут никуда выйти. У нас же тут спокойно ты выходишь, даже после 10 считается комендантский час, но даже после 10 ты можешь выехать, просто до тебя могут докопаться копы и сказать: а куда ты едешь, а зачем? Ну, это максимум, что может случиться, то есть тут
особо. Маски тоже тут не обязательно прямо на улице носить по желанию, но только если ты заходишь в магазин, то да, там обязательно нужна маска, там даже пишут в магазинах, типа, нет масок, нет обслуживания. И там как бы на заправке даже ночью, когда заходишь, там они блокируют двери, и ты пока маску не наденешь, они тебе двери не откроют. Вот так вот. Интересная ситуация. Я так понял, про Кипр вы имеете в виду, что там пропуск нам надо всем выписывать, москвичам, для того, чтобы куда-то поехать. Это? Ну, я слышала об этом, мне вот подруга просто писала. Просто не называется у нас это Кипами. СМС-ки надо посылать правительству, непонятно, на какой это черт надо, как будто этот коронавирус спросит, если ты скажешь, куда ты поехал. Странная ситуация. И у нас еще самое забавное, что это... Ну, выпустили, так скажем, документ, который называется «Документ о помощи там, населению во время пандемии». Самый большой раздел там – это штрафы. Вот так помогают. Да. А сейчас в США много ли народа на улице? Да, тут уже вначале не было никого, но сейчас все залы закрыты и очень много спортсменов, которые бегают. То есть ты выходишь на улицу, там очень много велосипедистов, спортсменов, там же залы сейчас все закрыты, джимы, вот сейчас никто не тренируется, все бегают на улицах люди там. Я каждое утро выхожу, там они разминку, что-то бегут куда-то. Ну, достаточно людей. Угу. Вы провели два поединка в организации Fight Nights, причем это были, как я помню, четвертьфинал и полуфинал гран-при. В обеих встречах вы победили. А вот почему дело не дошло до финала? Как бы логический исход-то? Там два раза сорвался финал. Два раза. То есть девочка Юлия Борисова, она оба раза травмировалась и не состоялся бой. Ну и как бы... Вообще меня эта ситуация очень... Ну, как бы в Казахстане сама по себе жизнь тяжелая. И вот когда ты подходишь, вот готовишься к бою, у тебя есть какое-то количество денег, которое ты распланируешь на бой. Я же не работаю. У меня вот работа единственная – это бои. Как бы у меня нет никакого дохода там в Казахстане. И вот эти вот деньги, которые остались с предыдущих боев, я покупаю протеин, витамины, полезную еду. Вот это все расходую. И я надеюсь, что в конце я получу деньги новые какие-то. И тут раз мне не будет боя, она травмировалась. Но окей, первый раз я вот, мне менеджер мой очень быстро нашел вот это на коротком уведомлении 2 боя за день вот это в Китае. И я туда поехала в Китай нелегалом по туристической визе, согнала 3 килограмма и провела 2 боя за день. И вот увезла домой $4000. Сумасшедшее приключение. Но вот это был первый раз, когда мой бой сорвался. А второй раз, когда он сорвался, была осень. Тоже я готовилась, гоняла вес, все, она опять отказалась. Ну и уже не смогла ничего найти, осталась ни с чем. Вот. Потратила деньги на подготовку, потратила на протеины, на все, и в итоге ничего мне за это. А, нет, вру, мне выплатили неустойку. Вот, я мне об этом выплатили. Хотел спросить, неужели неустойку не платят? Да, неустойку мне все-таки выплатили, короче, все. Все было нормально, хоть что-то окупилось. Вот. Поединки вот с Юлией Куценко, кажется, да? Да. Вы вот активно применяли приемы из борцовской техники. Но вот почему-то я их уже не видел в последующих ваших поединках. Это вот что-то вы знали, что именно Куценко слаба в борьбе? Или там, ну, вам это не как-то некомфортно в таком стиле работы? Вообще, это был уникальный бой. И меня, как бы... Я туда, по идее, ехала, я вот как раз жила в Алмате и перешла тогда в новый клуб выступать. И как бы меня вот мой корнермен, у него, видимо, какая-то была выгода с того, что я проиграю, и он меня как-то неправильно затемпировал, что я руку вот так до конца не могла сжать. Надо же. И я, когда ее била, вообще удары не чувствовались. То есть я-то боксерша, я бью, и она не чувствует мои удары. Я такая, блин, ну что делать, надо бороться. И я первый раз в жизни вот так вот начала импровизировать, бороться, что делать. И как-то победила, хотя я вообще никогда в жизни не боролась, не использовала это. Просто то, что я не могла ударить нормально. Из-за того, что вот неправильно затемпировал меня вот этот вот мой корнермен, который со мной поехал. Ну, он, конечно, очень расстроился, когда я выиграла, очень расстроился. Поэтому, мне кажется, у него был какой-то интерес к тому, что я проиграла. Вот.
Не, ну это выглядело действительно так удивительно. Я-то вас видел там как действительно боксершу, а тут, оказывается, борьба, да еще так успешная. Даже задумался, а что ее больше не применяете-то? В общем-то, Куценко вы снесли просто на одном прям дыхании. Ничего у нее не получилось, при том, что вы не базовый борец. А техника-то поставлена, оказывается. Тренируетесь? Я просто в бою начала импровизировать. Я, то есть, никогда до этого не боролась и на тренировке так особо борьбе не уделяла времени. И вообще у меня кемп вот к этому бою был просто сумасшедший, потому что я жила одна в Алмате, и я работала администратором как раз-таки вот на вот этого мужика, и он меня грузил работой, не давал мне тренироваться, и я спала по 4-3 часа в день. Я, то есть, просыпалась с утра, ехала на тренировку, сама проводила тренировку с утра, вставала на ресепшн, приходят люди, там я им отдаю ключики, там воду, всю вот эту документацию. В 5 вечера либо моя смещица приходит меня и подменяет, либо она не приходит. И как бы если она не приходила, то я звонила своим друзьям, говорю: «Привет, можешь, пожалуйста, за меня час посидеть на ресепшене? Я тебе заплачу 1000 тенге, мне надо потренироваться». И как бы вот мой друг приходил, сидел на ресепшене за меня, я тренировалась, возвращалась. В 11 вечера я закрываю зал, а там еще я жила в нижней части Алматы. Я выходила и вот так вот иду, ловлю такси за 200, потому что нет денег. И иду, а за 200 никто подбирать не хочет. И вот иду, иду, вот пройду, и вот в какой-то момент кто-нибудь подберет за 200, подвезет. Ну, уже в 3 часа, в 4 часа дома добираюсь только домой. И пока там вещи, еще машинки стирально нету, вещи руками стирать. Пока вещи постираю, пока развешиваю, там уже 4-5 утра, чуть-чуть посплю, опять вставать на тренировку и все по новой. И после такого кемпа, вот я еще вот так вот, короче, я не знаю, как я выиграла, мне кажется, только вот Бог помог, я реально в Бога поверила после вот этого всего. И после вот этого всего я уволилась с работы, ушла с этого клуба и как бы отсыпалась потом неделю. И даже когда я быстро ходила, у меня начинало колоть сердце, потому что это была просто колоссальная нагрузка для меня. Я и работала, тренировалась, плюс Алмата большая, вот эти передвижения туда-сюда, в общем... Это была жесть. И вот как раз-таки после этого, как я уехала в Алмату, и там вот мне такие люди попались, я как бы вернулась назад в Павлодар, потому что там вот эти ребята, я с ними давно работала, как бы я думала, что они нормальные, и как бы решила с ними работать. Вот. Mm-hmm. Ну, в итоге получилось, что получилось. Теперь я тут и уже не работаю с этими ребятами. Ваш бой с Трейси Кортес, который вы проиграли, я видел только нарезками, полностью бой этого не видел. Можете рассказать о том поединке? Действительно ли вы считаете, что этот бой вы проиграли? Ну, я думаю, да. А что? Мне кажется, вот, ну, вот как в боксерстве, у меня же боксерская карьера была очень долгая, любительская. А в боксе там очень часто подсуживают. Там еще, в принципе, такой спорт, что там, ну, как бы, если ты не вырубил своего соперника, то победу тебе не отдадут. А в таких больших боксерских перчатках вырубить тяжело. И как бы меня очень часто подсуживали. Ну, там всех подсуживают. И там девчонки говорят, что руку не подняли, значит, проиграла. Ну, так вот, типа. Судьи лучше знают, проиграл ты или нет. Поэтому, как бы, я думаю, да, вот, может, чего-то там, капельки, ну, не хватило на тот момент. Ну, у меня реально было перелеты тяжелые, акклиматизация, травмы, подготовка, ну, такая вот, как бы. Я думала нормальная, но вот по сравнению с американскими подготовками, очень непрофессиональная весогонка. В общем, сейчас я намного лучше. Знаете, что вам нужно подтянуть, чтобы в следующий раз, ну, при встрече с этой соперницей, ну, эти ошибки какие-то исключить? А я уже подтянула. У меня не было борьбы. Ну, у меня была очень хорошая ударка. У меня ударка прям на уровне UFC. Но борьба у меня не на уровне UFC. То есть у меня хорошая борьба, но для уровня UFC она не дотягивает. А теперь, ну, я уже так вот приближаюсь к уровню UFC в борьбе. Работаю с девчонками, которые грэпплерши. Вот, лучшие грэпплерши в мире, у нас же лучший зал в мире, и там лучшие грэпплерши в мире. Я вот с ними работаю, набираюсь опыта. А скажите, кого вы считаете, так скажем, эталоном бойца ММА среди женщин? Ну, конечно, всегда говорю Йоанна Едвейчик. Это моя любимая. Еще Аманда Нунес мне очень нравится.
Я с Иоанной Индрейчик даже встречался вживую. Знаете, вот поразительный такой контраст есть. Вот смотришь на девушку в ринге, страшно просто смотреть. Я, честно говоря, думал, она выглядит намного хуже. А когда я ее увидел, такая милая вся, господи, няшечка. Ну, совершенное очарование просто. Я просто поразился, как девушки меняются по сравнению с тем, как они выглядят в клетке, злобными такими, накачанными, я тебя сейчас убью. И в жизни, просто, боже мой, такая милашка, милая. Да, она еще как человек, вообще потрясающий человек. То есть, когда у меня были проблемы с деньгами, вот как раз-таки вот эта история, то, что у меня тапочки все изорвались, а у меня даже не было денег новые купить. И она как-то на тренировке спросила, а что у тебя с тапочками? Я такая, блин, порвались. Mm-hmm. Я на следующий день нашла у себя в шкафчике такой огромный мешок со всякими кроссовками, тапочками, разными вещами. Ну вот у меня до сих пор ее там футболка висит, она мне реально большой пакет подогнала, не только мне, там у нас, как бы, ну, достаточно девчонок там, кто, да, в принципе, все бойцы, кто не UFC, они бедствуют, как бы тут вот так вот, если ты в UFC, ты окей, не в UFC, то выживай. Ну тут как бы все девчонки, кто выживает, она им всем помогает, как бы вещи дает, она вообще очень хорошая как человек, mm-hmm. Вот. А вы с вами, вы первый боец в UFC из Казахстана? Или там многие считают, что это Дамир Исмагулов, например? Да я не знаю. Я именно... Дамир Исмагулов, у него вроде как... Я не в курсе насчет его гражданства. Вроде как говорят, у него российское гражданство. Да, но он с казахстанским флагом тоже выходит иногда. Да, он выходит с казахстанским флагом, но у него, насколько я знаю, российское гражданство. Да, он в России живет, это понятно, с детских лет. А у меня гражданство казахстанское. Вот, и как бы я должна была быть первым человеком в UFC в Казахстане, если бы я не проиграла Contenders. Но я даже рада, что так все случилось, потому что как раз-таки вот этот конфликт произошел с моей командой, потому что я выигрывала, там, ой, Маша, молодец, молодец, а тут проиграла, и как бы маски послетали у всех. Возвращаясь к вашему стилю, ну, бокс – это базовый вид спорта, боксом вы занимались со скольки лет, и какие там результаты были, промежуточные, там, мастер-классы, там, так, ну, в смысле, уровень мастера спорта и так далее, что-нибудь? Ну, я выполнила вообще мастера спорта, я выполнила, но там такое условие есть, что когда выполняешь мастера спорта, за полтора года надо это куда-то отправить, чтобы они подтвердили, а мой тренер, он то ли специально, чтобы мне как-то навредить, то ли он реально, ну, какой-то этот, он, в общем, не отправил эти документы, КМС мой этот, проект, потерялся, вот, и... Ну, все, сейчас я никто по боксу, хотя у меня около 50 любительских боев, я там выигрывала и чемпионат Евразийские игры, и несколько раз Казахстан выигрывала. К сожалению, там, ну, коррупционная система, что скрывать, и там вот если у тебя нет каких-то связей, то тебе не дадут прорваться, и вот 7 лет я пыталась, мне не давали прорваться, но я там была из-за денег, то есть я начала получать деньги в 16 лет. То есть я попала в национальную сборную в 14 лет, и в 16 лет мне уже начали платить деньги, причем на тот момент неплохие. И как бы, а потом как бы, они начали мне урезать зарплату. То есть мне вот не дают бои, урезают зарплату, и она все меньше, 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 меньше. А как бы, а мне всегда хотелось вот именно что драться, используя полностью свое тело. Там руки, ноги, там локти, колени, мне это все прям нравилось, мне хотелось полностью драться, но в боксе я была только из-за денег. И как только они мне начали мало платить, и вот не давали возможности, мало платили, плюс у меня еще тренер был, ну, достаточно сумасшедший человек, вот, нездоровый психически, вот, и как бы у нас с ним тоже постоянно были конфликты, и это просто был огромный ком стресса, и я такая, да ну вас нафиг, ушла в ММА. А со скольки лет вы все-таки поступили в школу бокса-то? Ну, в общем, я начала заниматься в 9 лет, и это был в начале кикбоксинг, это был не бокс. Кикбоксинг. То есть, вообще, первый раз меня мама в 6 лет привела на карате. Мне еще тогда, с самого детства, мне хотелось драться. Но карате мне как-то не понравилось, потому что я помню, я пришла, и там такой мужик стоял, и он такой что-то, кия, кия, и там, ну, тупо. Я думала, я приду, мы там будем драться, а там какие-то кия, кия, неинтересно. И я ушла оттуда. Потом пришла на кикбокс, когда мне было 9. Но там мы уже дрались, там было поинтереснее. А потом вот как раз у меня умер папа, когда мне было 11.
Я лежала в депрессии год. Я только спала, ела, плакала и смотрела телевизор. То есть меня мама в школу пыталась отправить, но я туда не смогла ходить. Я там со всеми дралась, у меня были конфликты. И как бы я туда не смогла ходить. Я потом просто вернулась домой, залегла в депрессию. И вот как отошла от нее, вот, пошла на бокс. Мне было где-то, 13. Вот, 14 лет я уже выиграла свой первый Казахстан. Как бы, вот, в 15 лет из-за конфликтов с тренером я бросила бокс на 4 месяца. Вот, но потом там такая жизнь началась, что я решила вернуться. Вот, и с тех пор не бросала. Я не думал, что вы прямо такой озорной человек, и в школе еще дрались. С мальчиками тоже? Конечно, а с ними в первую очередь. Девочки меня вообще никогда не достают. Не знаю почему. Девочки спокойные, что с ними драться. Пацаны постоянно доставали меня в школе. Но они, как я сейчас уже понимаю, я-то уже выросла, я теперь понимаю, что они так, видимо, проявляли внимание. У меня, видимо, было очень много поклонников в школе. Я этого не понимала, и я их била. Как-то так. Ну, кстати, мне тоже нравятся девушки, которые меня могут побить, но, в принципе, я на драку никогда не нарываюсь. Ну, это как бы, да, это их такая цепляющая черта, что там девушка сама по себе там сильная. Так, а вот могу ли я предположить, что на бокс вы, может, пошли в том числе, потому что в Казахстане есть такой боксер, как Геннадий Головкин? Ну, на самом деле, я пошла на бокс, потому что я искала секции кикбоксинга и нигде не могла найти. И потом просто... Да, я просто не смогла найти секцию кикбоксинга, именно поэтому я пошла на бокс, потому что ничего другого не нашла больше. Вот. И там же еще я в то время начала заниматься, еще не было интернета, были вот эти газетные объявления. И я в газетном объявлении искала, и там не было вообще кикбоксинга, был только бокс. И я вот туда по домашнему телефону позвонила, и вот приехала, и начала заниматься. То есть там в этом газетном объявлении, там если нету кикбоксинга, все, ты не найдешь. Ну это же газета, там как бы нету, как сейчас, вот ты в интернет зашел, что хочешь нашел. Такого не было тогда, в то время, когда я начала заниматься. Телефонов даже не было. Я тоже такое время помню. Да. Скажите, как ваша там, ну, мама, там, может быть, еще если у вас братья, сестры, другие там родственники вот, воспринимают то, что вы вот сейчас зарабатываете себя на жизнь тем, что делаете больно другим людям? Ну, как бы, хорошо, что не своим родным. Я, в принципе, ну, у меня, вот я уже говорила в одном интервью, то, что у меня с самого детства проблемы с агрессией. То есть я постоянно, если я ничем не занимаюсь там в спорте, я все ломаю дома. То есть там вот так вот происходит просто, там то ручку сломаю, то шкаф сломаю, то что-нибудь разнесу, вот так вот, как слон в ювелирной лавке. А когда как-то выплескиваю куда-то свою энергию, то как-то я поспокойнее, уже ничего не разрушаю. Вот. Ну, маме, конечно, ей не нравится то, что я занимаюсь боями. Вот. Но теперь, когда уже мне это приносит деньги, когда я в Америке, она, конечно, говорит, а когда ты завяжешь? А когда вот это ты прекратишь? А давай быстрее, уходи в тренерскую карьеру. Но я знаю, что сейчас я молодая, мне сейчас надо драться, пока я могу. Потом уже состарюсь, перестану. Ну, сейчас мне пока надо драться. Но она, конечно, очень... Она ждет, когда я завяжу карьеру. Она меня постоянно спрашивает, когда, давай уходи в тренерскую работу, зачем это тебе? Но я не, так не думаю. Я думаю, я сейчас пока могу, я дерусь. Вот. Ну, по-видимому, потому что я видел в ваших боях, я тоже считаю, что вам еще надо подраться, поскольку у вас действительно хорошо получается причинять боль. Да, мне еще плюс 23 года, то есть у меня большая карьера, длинная, долгая, поэтому я буду драться, пока вот мне позволяет мое тело, пока оно не настолько искалечено, чтобы завязывать, я еще буду драться. Я просто подозреваю, какой у вас вообще там огромный потенциал для того, чтобы вырасти намного сильнее, чем есть в данный момент. А девушки, которые, вот, скажем так, русскоязычные, которые тоже выступают в UFC, там, Яна Куницкая или Валентина Шевченко, вы там с ними пересекаетесь, они вам там помогают чем-нибудь? Ну вот единственная с русскоговорящей девушкой, с которой я пересекалась, вот в UFC тренируемся, это Марина Мороз. Ну, как бы она в свое время мне помогала, но сейчас что-то у нас случилось, пару конфликтов, сейчас мы что-то не общаемся. У нас просто менеджер общий, и у нас... А менеджер Андрей Жерлаков или кто-то другой? Алекс Дэвис, вот у нас у всех менеджер, тут у многих бойцов в ATT Алекс Дэвис. Вот, но у меня Алексей Жирнаков, он тоже менеджер.
Ну, видимо, вот у меня работала на российский рынок по большей части. Ну да, он как бы вот у меня удобно, особенно было в первое время, когда я приехала, я английский не знала, но у меня любая проблема, то есть даже вот что-то надо по телефону поговорить, я вот ему просто даю, и он мне помогал как бы ориентироваться, потому что он знает английский. А сейчас я уже сама достаточно хорошо знаю английский, поэтому сама могу уже разобраться. Вот. А первое время он мне помогал разбираться, потому что я вообще приехала, ничего не знала. Как зрители, вы часто смотрите поединки UFC, там, следите за какими-нибудь там спортсменами? Ну, мне, если честно, бои смотреть не особо нравится, потому что они меня... Иногда могу посмотреть, потому что они меня очень как бы возбуждают, особенно перед сном, лучше вообще не смотреть, потому что я потом хожу, там, бой с тенью делаю. Иногда они меня расстраивают, что я прям сижу, грущу. Вот особенно последний бой Юаны меня пипец как расстроил. У меня прям настроение потом несколько дней не было. Вот. Ну, сейчас я в основном слежу за своими друзьями, которых я знаю. Ну, конечно, грустно, когда кого-нибудь там вырубают или ногу ломают. Конечно, очень грустно на такое смотреть. Или когда вот как у Юаны там лицо огромное было от гематом. Ну, больно на такое смотреть, если честно. Даже больнее, чем самому драться. Как-то так. А про предстоящие турниры. Скажите, как вы считаете, вот, ну какой у вас прогноз, там, скажем, на поединок Алексея Олейника и Фабрисио Вердума? С Олейником-то вы тренируетесь в одном зале, можно сказать. Блин, он вообще супер мужик, он меня очень мотивирует, вот просто мотиватор номер один. Даже сегодня мы вот с ним разговаривали на тренировке, реально, благодаря дяде Лёше понимаешь, что нет ничего невозможного в этом мире. Ему 42 года, он до сих пор дерется, и у него столько травм, а он все равно дерется, и несмотря на свой возраст, несмотря на травмы, это просто большой респект. Меня самого поражает, как у него вообще травмы быстро заживают. Буквально там он сломал, кажется, в прошлом году ногу Майи, что ли. Уже в сентябре ходил спокойно и не хромал, никаких ощущений не было, когда я его видел. Ну, так касаемо его поединка с Вердумом, Алексей фаворит? Ну, конечно, Алексей, он же как... Мы с ним как и дружим, он и мой мотиватор. Конечно, я за Алексея буду болеть, да. А касаемо главного поединка ближайшего турнира UFC, Тони Фергюсона и Джастина Гэджа, здесь вы видите какой расклад? Да, не знаю, как-то всегда бой – это ситуация. То есть это зависит от их подготовки, от их настроя. То есть никогда так нельзя сказать. И боец, он каждому, после каждой подготовки меняется. Плюс он может получить травму, ну, как бы на подготовке. Это тоже может как-то повредить его какие-то... Да. Навыки, поэтому нельзя прям сделать такой прям точный прогноз, потому что бойцы, они перед каждым своим боем меняются. То есть он может вот выиграть пояс, но он к тому поясу хорошо подготовился, а вот к этому бою он подготовился не очень. И вот в этой подготовке он получил травму. И как бы ты никогда не знаешь, какая у бойца была подготовка, как он подошел к этому бою. Может, у него была весогонка тяжелая, тяжелее, чем в прошлый раз. Поэтому так никогда нельзя предугадать, кто победит, то есть только бой покажет. Вот. Ну, главным поединком планировалась встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который бой уже пятый раз слетает. Все уже говорят о проклятии. Как считаете, они вообще когда-нибудь встретятся? Или если они завяжут еще шестой бой, там в землю метеорит врежутся уже? Не знаю, но мне кажется, раз людям интересен этот бой, то Дана Уайт его в любом случае сделает, потому что, ну, Дана Уайт, он любит деньги, он делает бизнес. Если людям что-то интересно, он это дает, лишь бы платили деньги. Вот что, поэтому я не сомневаюсь, если сделают шестой, седьмой бой, восьмой, девятый, десятый там. Будут делать лишь вот бизнес. Я, кстати, в некотором смысле Дана Уайтом очень сильно восхищаюсь, поскольку в то время, когда вот сейчас все запрещено, он давит свое и вот организовывает турниры. Как вот к этому вот относятся бойцы? Ну, мне это очень нравится, потому что у всех сейчас нет работы в этом мире, все сейчас... Большинство сидят дома без денег, а я очень рада, что есть какая-то цель у бойцов UFC, то, что у нас до сих пор есть бои. Походу, единственная организация в мире, да, сейчас, которая устраивает бои до сих пор. Меня безумно радует.
Мне очень нравится вот это. Потому что, ну, в принципе, мы бойцы всегда своей жизнью рискуем. Мы привыкли уже. Что там этот коронавирус, не коронавирус. У нас, у всех бойцов, я думаю, вещи были пострашнее коронавируса в жизни. Поэтому нам всем не принципиально. Ну, есть кому принципиально, конечно. Вот кто-то отказывается от боев. Но это их дело. Как бы бояться за свою жизнь, это нормально у людей. Расскажите еще там свои планы на ближайшее будущее. Ну, помимо боев, там, может быть, какие-то еще есть цели сделать новую татуировку, нарисовать что-то вроде картины Микеланджело или еще что-нибудь. Ну, я вот сейчас рисую картину, вот я сегодня, вчера я выкладывала в истории, я сейчас рисую картину для Аманды Нунис. Вот, у нас с ней еще была история, то, что у меня когда же было вот это вот бомжевание после аварии, я искала работу, я не могла найти, потому что у меня не было, ну, социального номера страхования. Я даже шла там в закусочную, пыталась устроиться, меня туда не взяли из-за того, что не было социального номера страхования. А без визы я его никак не могу получить. Сейчас я получила визу, но все из-за коронавируса закрыто, я до сих пор не могу получить свой социальный номер страхования. Но как он закончится, я его обязательно получу. Но в тот момент у меня вообще ничего не было. А у Аманды есть ферма, то есть она тут живет в Майами на ферме, вот, и она меня как-то раз позвала на эту ферму пилить деревья, ну, то есть как помочь ей, вот, и я пришла, и мы там весь день пилили деревья, таскали их, и вот как оказалось, вот это когда она очень любит пилить деревья и вот за своим садом ухаживать, потому что когда она это делает, это все как тренировка. Потому что когда ты пилишь деревья, вот так вот бьешь, это как удары. Когда ты их вот так поднимаешь, вот эти бревна, их тащишь, это как проходы. Когда ты вот так листья убираешь, это вот как подсечки во время борьбы. И в общем, это все, как сказать, связано с боями, вот эта вся уборка зала. И это было как какой-то, я не знаю, какой-то, она как будто была сенсеем, и она меня обучала вот посредством вот этой вот уборки сада, каким-то секретом. Ну, в общем, это было классно, весело. Мы поработали, потом она мне дала денег, еды, и вот она заказала у меня картину после этого, вообще она супер классная, вот, как человек вообще потрясающий. Сейчас я вот рисую для нее картину, вот, татуировку собираюсь сделать, потому что у меня друг появился, татуировщик, классный друг, вообще художник итальянский, тоже, кстати, он рисует своей кровью картины, и... Да, и мы даже собрали немного моей крови, она там у меня в холодильнике лежит. Я, в общем, собираюсь начать рисовать кровью цветы. Да, кровью. Звучит очень жестоко. Жестоко, ну блин, мне нравится. Я, в принципе, до этого рисовала кровью своей, но я это делала не так профессионально, как вот мой друг Винсент. Ну вот, он прям разводит с водой, рисует в перчатках, он это делает профессионально, прям его картины стоят $1000 сейчас на данный момент, и он как раз татуировщик, и вот мы с ним подружились очень круто, и у меня никогда не было друга-татуировщика, и то есть эта татуировка будет не просто как татуировка, это еще будет память о моем друге, вот так вот. А по боям планы, есть ли там, скажем, такие соперницы, с которыми вам бы лично хотелось встретиться? У меня нет соперниц, с которыми мне бы лично хотелось встретиться. У меня есть соперницы, с которыми мне бы хотелось не встретиться. И это мои подруги, потому что у меня вот в этом дивизионе 125 у меня есть подруги, приятельницы, с которыми мне бы не хотелось встретиться. А так, насчет соперниц, мне, в принципе, не принципиально, с кем встречаться. Главное, чтобы это были не мои друзья. Вот так вот. Ну, хорошо, спасибо вам большое за этот разговор, Мария. Было очень приятно поговорить. Я фактически всю беседу смотрел на ваши милые ушки. Красиво очень выглядят. Как и договаривались, мы это интервью там заверим после того, как я расшифрую. А так, мне было очень приятно поговорить. И вы вот буквально во время этого коронавируса и вот этой чудовищной атмосферы, как хочешь лезть на стенку и там кричать «Помогите!» Вот буквально спасаете вот своим настроением и интересными рассказами. Было очень приятно с вами поговорить. Все, спасибо. Мне тоже очень приятно было с вами поговорить. Желаю вам удачи и чтобы вы там, ну, кровь вы проливали только тогда, когда сами этого хотите, а не в боях. Да. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо. До свидания. До свидания.